На канале НТВ продолжается премьерный показ детективного сериала «Заповедный спецназ». Что же будет в новых сериях? 5-6 серии. Шапошникова уговаривает Тарханова взять в отряд Макса, а Якушев дает своим людям команду его похитить. Тем временем из Сочи возвращается Гриф. Это браконьер, конкурент Якушева, и Фейерверк надеется, что Гриф разберется с рысью. Вечером Гриф приезжает на кордон к рысе и сообщает Тарханову, что собирается выкупить местную турбазу, и просит его на время закрыть глаза на незаконный лов. Получив отказ, Гриф уезжает, бросив напоследок, что Тарханова ничему не научила судьба Стрельцова. А тем временем Якушев поднимает бойцов на лов, но рысь успешно проводит захват браконьеров, и тогда Гриф предлагает Якушеву вместе выступить против Тарханова, но у Фейерверка уже свои планы. 7-8 серии. Угар, тренер детской спортивной секции и подельник Якушева, подключает своих подопечных. Они должны следить за инспекторами. А тем временем Кужель приказывает Веркину подвести Тарханова под статью. Мальчишки докладывают обо всех передвижениях рысь рыбакам, и те успешно пользуются отсутствием инспекторов. Затем, чтобы отвлечь внимание инспекторов, один из парней выходит в море и падает с лодки в воду, а другой в лесу попадает в капкан. Все это приводит к панике местных жителей, инспекторы калечат их детей. Возмущенная толпа требует отставки и суда над Тархановым. А затем Якушев поднимает мужиков на бунт, и те идут громить кордон. Премьера новых серий состоится с 24 марта на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.